Всем здравствуйте! Известная певица Лолита Милявская всерьез столкнулась с тяжелыми последствиями после посещения вечеринки Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Выступление знаменитости вырезали из новогодних эфиров, ее ближайшие концерты отменили. Артистка встретила 2024 год в своей квартире в Москве. Сегодня ночью она вышла во двор, где сняла видео, обратившись к поклонникам. «Поздравляю всех с наступившим Новым годом!» – бодро сказала Милявская. Она подошла к елочке, которая наряжена во дворе. «Сразу хочу сказать спасибо моей жилищной компании, что избавили меня от ненужной работы, усыхания елки и ее выбрасывания. У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения». Певица на прошлой неделе пожаловалась, что отмена нанесла удар по ее здоровью и у нее поднялось давление. В связи с этим она призвала фанатов уделять максимальное внимание своему организму. А вот у Филиппа Киркорова дела еще хуже. Авторское общество направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление, в котором требует взыскать с поп-короля 2 миллиона рублей. Почему у организации возникли претензии к певцу, пока неизвестно. Само общество занимается защитой прав правообладателей и выявляет факты плагиата или незаконного использования чужого творческого труда. Будем надеяться, что Филипп Бедросович даст комментарии относительно сложившейся ситуации. А у нас на этом все. Наш канал желает всем всего самого доброго и светлого в новом 2024 году. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!